Смотри, он же тебе дает регулятор. Смотри, ты дышал, что произошло у тебя? Смотри, ты когда регулятор у тебя выпал изо рта, ты что делаешь? Ты не суетишься. От того, что ты быстро делаешь что-то, если ты будешь на глубине доходить, то это тебе не поможет. Понимаешь? Твои действия какое? У тебя есть один регулятор, если ты уже нашел, у тебя какой есть? Желтого цвета, от топа. Ты его спокойненько достаешь и дышишь из него. Понимаешь? Давай мы еще раз опускаемся и что делаем? Вы дышите с одного регулятора. Смотри. И потом я когда показываю сигнал, вы начинаете всплывать. Окей? На одном регуляторе. Поехали. А у меня почти кончился воздух. Почти кончился воздух. Плохо. Смотри, из пустого баллона дышать не надо. Да я, вот все. Ну все, да, тебе уже надо тогда вылезать. Смотри, тогда вылезай. Значит что, вот этот листок, где вы там писали, внизу, да? И там есть памятка подводного пласта, такая, это самое. Посмотри там в него какие-то, может быть, законы, там еще что-то там в этой памятке. Хорошо? Вот так молодец, ты красавчик. Все сегодня сделал практически, кроме одного маленького. А вот это вот на следующее занятие перенесем тогда? Всплыть на одном регуляторе. Мы с ним, смотри, мы с ним всплывали на одном регуляторе, все было хорошо. Он просто сейчас с парнингом хотел всплывать, а я поснимать их. Ну молодец, молодец, красавчик, держи. Все сделал хорошо. Только не суетись, потому что от того, что суетишься, ты теряешь лишнее время, хорошо? Да. А времени у нас нету. Окей? Да. Молодец. Все, иди там, занимайтесь, газовые законы, смотри, там много в этих памятках, хорошо? Может, все это по фотке? Я вам в электронном виде перекину это все данные, ладно?